Конкурсом современной хореографии «Линия» открылся 20-й фестиваль «Улица горящих фонарей». На площадке Дворца спорта «Рамазана» в первый день состязаний свои спектакли показали более 30 коллективов из Магнитогорска и близлежащих городов и районов. Репортаж Юлии Будариной. Современная хореография вообще вот такой прям новой волной вошла в целое направление, как хореография. Именно современная, модерн, контемпорари, всевозможные новые видения. И вот мы решили как раз, чтобы народ сильно не напрягать, а вывели его в отдельный фестиваль и начать именно с этого фестиваля. Я не ожидал, что будет столько много. Для нашего фестиваля 56 танцевальных номеров – это очень прилично. В интеллектуальном танце вообще не ценится красота. В нем все как в жизни. Вместо грациозных поз – бытовые жесты, ритмичные движения и даже падения. В современном танце есть такая штука, как импровизация. Очень классная вещь, когда ребенок раскрепощается именно как танцор. Внешние атрибуты интеллектуальному танцу тоже не важны. Танцуют в кедах и футболках, хотя чаще вообще босиком. Важна только индивидуальность танцора, какой бы она ни была. Наш танец называется «Рождение дриады». Мы покажем лес и зарождение духов в нем. Это что? Добро, зло, какое-то волшебство? Что это? Это смешанное напряжение с волшебством и с мистикой. Вот что-то в этом роде, и мы должны попытаться это передать всем, чем можем. Танец «Моя осень» коллектива «Модерна» про то, как девочки понимают для себя осень. Легко будет понять то, что вы хотите рассказать своими танцами зрителю, я имею в виду? Ну, наверное, каждый поймет для себя что-то свое. Нужно проникнуться, я думаю, прям понять. А нам надо хорошо отработать свои роли. Конечно, плохие дни, да, когда бывает, что не всегда зритель понимает именно современную хореографию, потому что это достаточно всегда глубокие танцы, и иногда не всем ясно, о чем номер. Вас расстраивает, если зритель не понял? Нет, главное, чтобы дети кайфанули. У нас танец на свет, мы тянемся к свету, потом внезапно свет угасает, мы его теряем. И это свет, это для нас жизнь. Как, в принципе, и танец вообще. Да. Юлия Бударина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.